Для вас, мои дети, увидела свет новая книга члена Союза журналистов России Карачаево-Черкесии, главного редактора журнала «Мамедакей» Асана Найманова. Презентация книги прошла в Государственной библиотеке имени Халимат Байрамуковой, рассказывает Светлана Акбаева. Ана тілі басты төмен үйемен, сен арқалы мезірік пен халқыңға. Имя члена Союза журналистов России, главного редактора детского литературно-художественного журнала на ногайском языке «Мамедакей» Асана Найманова известно не только в Карачаево-Черкесии. Его знают и читают и в соседних регионах. А началось все еще в 6 классе. Тогда свое первое стихотворение юный поэт посвятил бабушке. А в наши дни произведения этого автора можно найти не только в учебниках для общеобразовательных школ. Не так давно, в 2010 году, Асан Найманов выпустил свой первый поэтический сборник. И вот теперь из-под его пера вышла еще одна книга «Для вас, мои дети». Действительно, это большое событие в жизни ногайского народа и очень значимое событие. Вот сейчас вот было сказано, что молодые писатели, поэты, увы, к сожалению, вот Асан на сегодняшний день самый молодой ногайский поэт. И, к сожалению, их мало сейчас. И мы должны, мы, ногайская общественность, ногайский народ, мы должны всячески поддерживать и помогать нашим молодым поэтам и писателям. Писательский труд – это труд патриота, человека-патриота не только своего народа, страны в целом. Потому что если на языках всех народов будут выпускаться книги, это говорит о состоянии государства в целом. Очень непросто писать для детей, признается Асан. Тем не менее, в новый сборник вошли около 100 стихов, сказки, пословицы и поговорки, а также ногайско-русский словарь. В общей сложности он трудился над книгой 1,5 года. Особый колорит изданию придают иллюстрации, которые должны прийтись по душе подрастающему поколению, уверен автор. Так как я возглавляю детский литературно-художественный журнал «Мамедакей», «Одуванчик», которому уже в апреле следующего года исполняется, Аллах хайца, 15 лет со дня выхода первого номера «Свет» журнала. И в связи с нехваткой учебников на национальных языках в школах Ногайского муниципального района я решил посвятить эту книгу для детей. В адрес автора новой книги звучало много теплых слов от имени министра по делам национальности и массовым коммуникациям и печати Мурата Хапиштова за высокое профессиональное мастерство, вклад в развитие средств массовой информации Северного Кавказа. И в связи с презентацией книги Асану Найманову вручили почетную грамоту. Замминистра Адлер Туркменов огласил еще одну приятную новость. Уже в этом году Министерство по делам национальности окажет финансовую поддержку для выпуска книги отца Асана, известного поэта Аждаута Найманова. А пока с книгой Асана «Для вас, мои дети» сможет познакомиться подрастающее поколение в школах и детских садах Ногайского района, а также читатели Государственной библиотеки. Светлана Акбаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия.